Мероприятие, посвященное Всемирному дню людей с синдромом Дауна, прошло на базе ДМШ-2 в среду 21 марта. Организатором акции выступила общественная организация «Аль-Нур», которая объединяет родителей, детей-инвалидов нашего города. Председатель организации Елена Ланге обратилась к администрации ДМШ-2 с просьбой предоставить помещение под акцию. И в школе ей пошли навстречу, помимо бесплатного зала, предложив выступление юных актеров из детского музыкально-драматического театра школы «Солнечный лучик». Откликнулись на участие в программе и ведущие детских праздников Лариса Гринкевич и Светлана Ульмаскулова. Они преподнесли детям в подарок яркую, веселую развлекательную программу с воздушными шарами и фейерверками мыльных пузырей от обычных до невероятных размеров. В них дети могли проникнуть как в скафандр. И главная цель этого шоу была достигнута. Зажатые поначалу дети под конец оттаивали, одаривая артистов своими улыбками. В завершение детям раздали подарки от политического объединения «Фронт ЗМИН» и служителей римско-католического костела нашего города. Наталья Михайловна, веб-студия «Курьер».